Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Поздравляю всех с Угади, всех тех, кто знает об этом празднике, и даже тех, кто не знает. Сегодня Чандрамана Угади. Согласно лунному календарю, сегодня Новый год для людей Телугу и Карнатака. Надеюсь, что сегодня вы смогли найти цветок нима и тростниковый сахар. Такова традиция начинать Новый год. Это очень мудрая традиция, когда мы смешиваем цветы дерева ним с тростниковым сахаром. Сахара немного больше. Пропорции неравные. Вообще-то соотношение должно быть один к одному, но постепенно люди начали выбирать больше сладости. Таким стал выбор. И сегодня утром первым делом вы должны были съесть эту смесь, но если каждый день вы едите шарики из нима, для вас это не имеет значения. Идея состоит в том, что мы не просим наступающий год только о хорошем, только о сладости. Пусть пропорция с горечью будет, по крайней мере, одинаковая. Поскольку то, что мы расцениваем как горечь, не обязательно является неправильным или плохим. Сейчас все знают, что ним — это хорошо. Он просто горький. Самые горькие вещи в вашей жизни, или то, что вы считаете горьким. По сути, каждый раз, когда жизнь пытается подтолкнуть вас к большей возможности, вы сопротивляетесь. Так что она становится горькой. Происходит что-то новое, и люди страдают. Сейчас коронавирус. Что ж, вирус существует, но он дал нам возможность устраниться и побыть наедине с собой. Мы можем пойти и подготовить целую диссертацию. Там, кажется, не слышно. Кажется, звук слишком тихий в той части. Люди постоянно говорят о негативном влиянии, которое все это окажет на экономику, и о том, что произойдет с нашей жизнью. Говорю вам, самое плохое, что может случиться, это то, что наша жизнь откатится на 10 лет назад. Это самый худший исход. Или, возможно, жизнь откатится на несколько месяцев или на год в отношении экономических возможностей, комфорта, удобств. Нас может отбросить назад. Это возможно, если это будет бушевать по всему миру. Мы уже видели примеры стран, которые проходили через это со всей ответственностью, применяя систематический подход. Им удалось сделать так, чтобы не пойти в этом направлении. По крайней мере, здесь, в Индии, мы довольно жестко это пресекаем. Если все будут вести себя ответственно и будут сотрудничать, я думаю, что это не пойдет таким путем, но некоторые потери понесет каждый, вне зависимости от того, кто вы. Богатые, бедные, средний класс — все.
Но воробьи, как вы можете слышать, похоже, вполне счастливы. Я уверен, что многие создания очень счастливы. Люди присылают мне видео, где дельфины подплывают к берегам Мумбаи. И много чего еще. Это очень даже возможно, потому что человеческий след в эти 3 недели карантина значительно сократится. Уверен, что остальные существа будут наслаждаться планетой немного больше, что тоже хорошо. И, может быть, за эти 3 недели практики. Вначале для них это будет непросто, но, возможно, люди научатся сделать шаг назад и наслаждаться жизнью, просто закрывая глаза. Есть много хороших возможностей. Поэтому я говорю, что то, что вы считаете горечью, это только из-за вашего сопротивления. В противном случае, горечь — это тоже хорошо. Так что мудрость этой традиции в том, что в Новый год мы не просто едим сладости, мы едим в равной пропорции и горечь, и сладость, потому что понимаем, что жизнь приходит в своих многочисленных возможностей. Если вы не принимаете того, что считаете горьким, то вы исключите все возможности жизни и просто останетесь тем, что вам уже известно. Так что сегодня угади. Все население, в особенности те, кто говорят на Каннада и телугу, для тамильцев, кажется, Новый год наступит через несколько дней. Этот Новый год имеет определенное отношение к весеннему равноденствию. Это значит, что положение Солнца по отношению к северному полушарию очень сильно меняется, в особенности в тропиках. И это то самое время, когда солнечный свет проявляет себя на полную. Солнечный свет достигает своего пика, а значит, и жизнь должна проявить себя во всей полноте. Но, к сожалению, потому что мы разорвали планету на куски, нигде нет тени, и сокращение запасов воды тоже вызывает опасения. Когда интенсивность солнечного света усиливается или когда наступает лето, многие люди приходят в ужас. Не случайно, что 22 марта объявили Всемирным днем воды, о чем большинство людей в этом году забыли, потому что все в этот день отмечают Всемирный день короны. 22 марта — Всемирный день воды, а 23 марта у нас должна была состояться конференция, посвященная почвенной влаге и изменению климата, которую мы теперь отложили на неопределенный срок. Итак, после угади, как правило, начинают идти дожди. В ближайшие несколько дней пройдут несколько ливней. Но вместе с тем начинается и водный кризис, потому что начинает становиться все жарче, и потребность в воде возрастает, но доступность воды снижается. Учитывая кризис, вызванный коронавирусом, водный кризис может стать настоящей катастрофой. Это может заставить людей начать выходить из своих домов и совершать отчаянные поступки из-за того, что вода перестанет поступать в их краны, что может произойти во многих местах на юге Индии. Они выйдут, и никто не сможет их остановить. Вы не сможете удерживать их силой, когда не станет воды. Так что такое возможно. Насколько я знаю, сейчас составляют план действия для чрезвычайной ситуации. Но до какой степени мы сможем обеспечить такое большое население — это всегда большой вопрос. Как бы там ни было, по лунному календарю — это начало года. В этом году. Обычно угади означает, что люди ходят друг к другу в гости, и это большой праздник. В Южной Индии это один из самых важных фестивалей. Сейчас, кажется, все храмы закрыты, люди не могут встречаться, семьи не могут собираться вместе. Сейчас все просто сидят и, наверное, у них даже нет цветов нима. Тростниковый сахар у них дома наверняка есть. Но, наверное, они не смогли купить цветы нима. Я понимаю, почему они расстроены, но важный аспект употребления цветка нима
в первый день года в том, чтобы мы могли справиться со всем, что случается с нами, сделать себя такими, чтобы мы не были жертвами того, что с нами происходит. Тем, что с нами происходит, мы воспользуемся на полную. Вот в чем заключается жизнь. Сейчас это вирус, а завтра может быть динозавр, кто знает. Как воспользоваться этим наилучшим образом, что бы ни происходило? Потому что окончание года или Новый год значит, что время уходит. Если время уходит, это значит, что уходит наша жизнь. Вот что это значит. Большинство людей празднуют Новый год и дни рождения без понимания, не осознавая, что вообще-то это вехи, сообщающие вам, что уходит ваша жизнь. Вам нужно начать немного торопиться с тем, что вы хотите делать со своей жизнью. Всем нужно начать спешить. Сегодня Новый год, а что это значит? Что прошел еще один год. Сегодня твой день рождения, что это значит? Прошел еще один год. Это значит, что вам нужно начать поторапливаться. Это напоминание. А сейчас вы одни, сами по себе. Знаете, когда мы проводим самьяму и другие интенсивные программы, мы просим участников быть в молчании, быть в одиночестве. Сейчас для вас это делает правительство Индии. Мы очень духовная нация. Это, конечно, происходит по всему миру. Многие страны объявили карантин на 7 дней, 15 дней, 21 день. Я думаю, что они просто идут шаг за шагом. Скорее всего, карантин будет длиться гораздо дольше. Мы тоже надеемся и верим. Мы не уверены в этом, но большинство людей надеется, и это возможно, что способность вируса к передаче может начать снижаться по мере того, как температура будет расти, по мере того, как позиция Солнца по отношению к планете будет меняться. Способность вируса к передаче может начать снижаться. И самое главное, с зарядом солнечной энергии наши тела будут функционировать с удвоенной силой. Из-за этого наши иммунные системы, несомненно, будут функционировать лучше. Так что мы можем пройти через всю эту ситуацию с коронавирусом гораздо проще, чем как через это проходят некоторые страны. Люди присылают самые разные сообщения. Одна семья, которую мы знаем очень хорошо, волонтеры из Нью-Йорка, сказали, что у кого-то был положительный тест на коронавирус. Но сейчас вся семья, два мальчика, 16 и 13 лет, все четыре члена семьи прошли через все это с очень незначительными симптомами. Но они не пошли в больницу, они ухаживали друг за другом дома. Теперь, спустя 10, сейчас это 11 или 12 день, они говорят, что чувствуют себя гораздо лучше. У них все хорошо, температура спала, трудности с дыханием тоже. Остался только небольшой кашель, но они восстанавливаются сами. Вот что может произойти. Определенно на нас влияет солнце. Наши иммунные системы работают лучше. Если это произойдет, то 21-дневный карантин может оправдать себя. Но если вирус станет хитрее, кто знает? Если у него будет собственный кондиционер или что-то подобное, кто знает, какие штучки он мог припасти? Все это — уловки мироздания. Если вирус выкинет нечто подобное, тогда 21 дня может не хватить, потребуется удлинить этот срок. Это будет очень духовное лето. Вот что я хочу сказать.
у вас будет продолжительный ретрит, где бы вы ни были. Так что, как часть этого, я подумал, что со следующей недели для практикующих, для тех, кто прошел внутреннюю инженерию и, по крайней мере, практикует Шамбхави Махамудру, если присутствует хотя бы такая практика, то мы думаем о том, чтобы провести программу в присутствии мастера онлайн. Может быть, программу на полдня. Так что для этого я бы хотел узнать, как много среди вас тех по всему миру, кто был бы заинтересован выделить по крайней мере 5 часов своего времени на это, неразделенного времени. Это не то, чтобы вы включили компьютер или телефон и затем расхаживали по своей квартире, разговаривали с кем-то и слушали вполуха. Нет. Если вы готовы сидеть в своей комнате онлайн и на 5 часов посвятить себя только этому, тогда мы посмотрим, как провести этот процесс, который определенно был бы полезным. Я думаю не о коронавирусе, я думаю о вас. Я знаю, что люди начнут ругать меня за это, но сейчас вы стали духовными искателями в плену. Вы — мечта любого гуру. Так что поддерживать свое здоровье и оставаться в безопасности очень важно. Давайте воспользуемся этим временем по максимуму. Так что те из вас, где бы вы ни находились, если вы зарегистрируетесь и подтвердите намерение уделить этому как минимум 5 часов, мы установим дату на следующей неделе, чтобы у нас была 5-часовая сессия, во время которой мы будем направлять вас в определенных процессах. Но это только для тех, кто уже практикует, по крайней мере, Шамбхави Махамудру. Другим не нужно регистрироваться на эту программу. Это важно, потому что в противном случае я буду ограничен в том, что я могу и что не могу делать. Я слышу мантру «йога-йога». Сейчас мантра воспроизводится по всему центру йогиша из динамиков. Вам нужно понимать, как это делается. Я слышу, как многие из вас произносят ее, сидя где-нибудь или прогуливаясь по ашраму. Те из вас, кто находится в других местах, я не знаю, как вы произносите эту мантру. Я вижу, что многие из вас повторяют эту мантру просто ртом. Это неправильный подход. Мантра создана таким образом, что если ее произнести, то из основания живота естественным образом начинает идти реверберация. Это очень важно. Это ваша манипурака. Здесь находится ваш центр техобслуживания. Именно сейчас, когда все крутится вокруг вируса, очень важна активация вашей манипурки, которая является центром вашего жизнеобеспечения. Так что, когда вы произносите мантру, если вы не произносите ее просто так, по привычке, неосознанно, в противном случае мантра естественным образом начнет исходить из основания живота. Вы повторяете мантру по привычке. Таким образом можно повторять и ругательство. Почему именно мантру? Но я думаю, что когда вы с кем-то ругаетесь, это исходит именно отсюда. Не думаю, что кто-то может ругаться вот так. Когда вы ругаетесь, это исходит отсюда. Так что повторяйте мантру, словно вы кого-то ругаете. Так вы будете вовлечены в процесс. В мантре звуки выстроены геометрически таким образом, что они естественным образом касаются самой глубокой точки внутри вас. Только тогда она заряжает вас энергией. Только тогда она активирует вашу самадпрану. Когда вы начнете произносить эту мантру, если я сейчас скажу это, когда это транслируется на открытой платформе, некоторые люди начнут сходить с ума. Но ничего. Вы заметите, что начнете потеть в определенных частях тела. Я подчеркиваю,
что вы начнете потеть в определенных частях тела. Конечно, сейчас лето, возможно, вы потеете все время, это другое. Но вы увидите, что начнете потеть в некоторых частях тела, если будете произносить мантру интенсивно. И это важно, вы должны это заметить. Мне не нужно говорить, где именно вы будете потеть, но вы заметите, что некоторые части тела будут потеть больше, чем остальные, которые могут потеть просто из-за температуры воздуха. Как бы там ни было, если вы произносите мантру в течение 10-15 минут, то в такую погоду, по крайней мере, ваша одежда должна быть мокрой в какой-то степени. Либо же вы лишь слегка покроетесь потом. Если погода прохладная, то на вашем теле естественным образом появится небольшое количество пота. Так что, пожалуйста, помните об этом, когда будете произносить мантру. Мы сделаем это прямо сейчас, когда вы будете ее произносить. Потому что я только что напомнил вам, что прошел еще один год, и жизнь становится короче. Не стоит ускоряться. Я вижу, что люди пытаются делать все быстрее и быстрее. Вот вам урок от вируса. Замедлитесь. Машина, которая работает медленно, но на пике своих возможностей, является хорошей машиной. Машина, которая работает сверх меры, придет в негодность. Если в ее работе есть плавность, и даже при низких оборотах она обеспечивает очень высокое качество, тогда это именно то, что нужно. Так что не произносите мантру слишком быстро. Есть определенный темп, которого необходимо придерживаться. Где бы вы сейчас ни находились, сядьте, глаза закрыты, удерживайте йога-мудру, слегка приподнимите лицо кверху. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, shiva, sarve Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuta. Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yoga.
Калешварая Шива Шива Сарвешварая Шамбха Шамбха Маха Бхута Бхута Бхутешварая
Шамбха, Шамбха, Махадевая. Sit still. Just simply sit still, unmoving. Sit still, unmoving. Just be with me.
Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Когда вы произносите мантру, важно, чтобы она исходила из манипурики или еще глубже. По крайней мере, последняя часть мантры, когда вы произносите «Шамбо», вам нужно произносить это, как будто это последнее, что вы хотите сказать в своей жизни. Вы хотите выбросить все. Это последнее, что вы собираетесь делать. Вот как вам надо ее произносить. Надеюсь, именно это будет последнее, что вы скажете в своей жизни. Как бы там ни было, еще раз счастливого угади. Вместе с очищением и отстранением, которому нас обучает гуру Вирус. Не я. Вирус превратился в гуру, который учит вас, как быть наедине с собой. В любом случае, чрезмерная социализация вредна. Так что вирус преподает вам урок. Каким бы маленьким ни было существо, нам нужно учиться. Вот почему в этой культуре перед мужчиной, женщиной, ребенком, богом, коровой, ослом. Потому что у каждого для нас есть урок. И вот мы учимся у микроорганизмов. Если вы готовы уделить 5 часов, пожалуйста, зарегистрируйтесь, и мы установим дату проведения.